Согласна с тем, что в Евровидении конкурс скорее геополитический, чем вот, ну, песенный просто на второй план уходит. Как-то так сложилось, что вот соседи голосуют друг за друга, да, страны, соседи. Все-таки это должен быть песенный конкурс в первую очередь. Я никогда не дохожу до момента, когда страны отдают друг другу голоса, потому что для меня тогда меняется масштаб музыкального произведения как такового. Я не могу понять, как музыка может быть кем-то оценена хорошо, а кем-то плохо. Вот, ну, для меня это, по сути, как сравнивать, не знаю, там, тех же Иванушек Интернешнл с Моцартом, да, ну, по сути, это ведь один продукт, музыка, но вызывает эмоции, хорошие, плохие, неважно, разные, вот, но как их можно сравнивать и говорить, что, по сути, это Иванушки Интернешнл могли бы в этом быть более успешными и проголосовали бы в основном бы за них, потому что их песни знают, их песни помнят, вот, а Моцарт бы остался бы себе...